Работа на опережение и текущие дела. Глава муниципалитета посетила комбинат благоустройства. Проверка готовности техники к зимнему периоду. Основной вопрос. Проверили и благоустройство пешеходной зоны в рамках второй волны инициативного бюджетирования в поселке Большевик. 20 тракторов, 7 коммунально-дорожных машин, 5 погрузчиков выстроились в ряд. Всего в комбинате благоустройства 53 единицы техники. Подготовка к зимнему периоду идет полным ходом. К зимнему периоду на данный момент готово примерно 75% техники комбината. Ну, вот, есть небольшие потребности в ремонте пескобункеров, которые сейчас производятся. Их всего осталось из 7 2 сделать. Зимой коммунально-дорожные машины при обильных снегопадах чистят проезжие части в режиме 24/7. Тракторы задействованы на тротуарах, в скверах и подходах к пешеходным мостам. Прошлой зимой помогала и новая техника – 3 коммунально-дорожные машины, 4 трактора и грейдер. В этом году мы сейчас собираемся еще докупить в районе 10 единиц малой механизации для ручной уборки. Собираемся покупать в следующем году дополнительно еще трактора и коммунальные дорожные машины. В сентябре на территории комбината благоустройства откроют еще один мегабак. Привезти на утилизацию старую электронику и крупногабаритный мусор можно будет по удобному въезду, который оборудуют со стороны улицы Екатерины Дашковой. Следующая точка – Большевик, улица Ленина. В этом году проводится благоустройство пешеходной зоны в рамках второй волны инициативного бюджетирования. Сейчас песком и щебнем отсыпают пешеходные дорожки. Выведены закладные подопоры освещения. Подготовлены основания под детскую и спортивную площадки. Здесь у нас будет пешеходная зона, освещенная красивыми фонарями. Мы сохранили существующую детскую площадку, которую дополняем воркаутом и дополняем новым спортивным детским сооружением. По просьбе жителей мы добавили 2 дополнительных кармана на общее количество машиномест, на 6. По нашей просьбе «Газпром Теплоэнерго» переносит коммуникации, потому что они проходили в этом месте. Вот, работа уже начата, и к концу следующей недели уже все будет закончено в рамках перепрокладки труб. Преобразится и пешеходная зона. Заасфальтируют территорию у магазинов «Браво» и «Дикси». Посмотрели и итог работ прошлого года. Первый сквер, сделанный в рамках инициативного бюджетирования. Его сделали очень быстро. Здесь и деревья посадили, и все вот эти малые формы установили. Ну, как бы жители, которые вот пользуются этим сквером, им очень нравится, потому что стало светло, уютно и чисто. Такой же красивый, уютный и благоустроенный сквер появится по соседству уже осенью.